Спустя год после игр Сочи продолжают ставить в пример другим городам. Даже искушенные иностранцы восхищаются чистотой инфраструктуры курорта. И это лицо мы не должны потерять. С таких слов начал совещание глава города. Миллиардные вложения в инфраструктуру Сочи – это база для настоящего и задел для будущего. Об этом говорят и иностранные специалисты. Вне всякого сомнения, средства, которые были направлены на подготовку Олимпиады в Сочи, были потрачены правильно. Была построена инфраструктура, которая будет работать долгие годы, целое столетие. Все это заслуживает высокой оценки. И действительно, сейчас сочинцы уже забыли, что такое по несколько суток жить без света, да и аварийных отключений стало намного меньше. Об этом свидетельствует статистика. Практически нет проблем и с водоснабжением. Впору говорить, что на курорте и ночи стали светлее. Новая подсветка зданий, деревьев, улиц добавила неповторимости в курортную жизнь. В программе турагентств даже появились новые экскурсии, в частности, по ночному Сочи. Но одна из самых популярных – по городу пешком. Стала брендом и предложение «Сочи – город-сад круглый год». Изменения произошли и в архитектурных решениях. Серые краски сменили на теплые постельные. Как это строилось, как проводили Олимпиаду, как побеждали и будут вспоминать на праздновании год после Олимпийских игр. На мероприятие, которое пройдет в Олимпийском парке, по данным администрации, приедет несколько тысяч гостей, в том числе из-за рубежа. Гости высокопоставленные, гости спортсмены, это и Международный олимпийский комитет, подтвердили свое участие в этом. Три председателя всемирных федераций, в том числе Жан-Клод Келли. Уровень очень высокий будет. И естественно, что многие сегодня наши гости, которые собираются приехать, говорят о том, мы во время игр мы больше смотрели соревнования, не посмотрели город. Все говорят о том, что город очень красивый, очень ухоженный. И естественно, что люди приедут сюда посмотреть. В том числе город. Глава города поставил задачу перед всеми службами курорта навести такой же порядок на вверенных им участках, какой был перед зимними играми. Сочи должен показать, что игры закончились, но лицо, которое запомнили миллионы туристов, город не потерял. И в этом немалую роль должны сыграть местные жители, уверен градоначальник. Это касается санитарного состояния, прилегающих к их домам территориям, и, конечно, отношения к гостям, которых на курорт приезжает все больше и больше. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.